На Гомельщині протягивается уборка городнины. Климатичные умовы сёлета оказали на урожайность некоторый уплыв, але проблем по забеспечению насельства явно не будет. Иншая справа, что все собранное необходимо заховать. У вынику амаль 10-годовой реализации отповедных державных программ на территории в области побудовали некалькі городнина-сховищев опошнего поколения. Правда, не глядяши на сучасность, контроль за их станом ведется постоянно. У минулым месяце специалисты комитета державного контроля снова провели их мониторинг и не нашли никаких порушений. Мы, значит, осматривали в первую очередь это сама готовность, значит, хранилища к хранению продукции. То есть это очистка, дезинфекция холодильных камер, пробирование оборудования по созданию микроклимата для хранения. То есть как бы исправность и проверка приборов контроля за микроклиматом. В этом году формировать стабилизационный фонд на Гомельщине будут 12 сельскохозяйственных предприятий и одна фермерская господарка. Комбинат «Усход» Гомельского района сирот их. Сучасное городнино сховище тут увели в эксплуатацию в 2012-м. Сегодня тут можно заховывать практически все культуры. Увогуле, по информации администрации комбината, сёлета у первую чергу по причине сухого надворья урожай цибуля оказался крыху меньше летошнего. Морквы на тем же узровне. Зато и бульбы и бураков собрали больше. Правда, залежить от надворья у господарцы намер не мають і імкнуться мінімізувати можливі страти. У тим ліку про укоренення передових технологій і набуття нової техніки. Ми прийшли к повному, скажем, перевооруженню, скажем, отраслі картофелеводства, конкретно по вирощуванню картофелю і по вирощуванню овочей. Ми закупили шлейф сучасного обладнання, починаючи від посадки до традиційної підготовки картофеля і тих же самих овочей. Комплекс нових сажалок, посадочних машин, нових картофелеуборочних комбайнов, нових сеялок овочних. Сьогодні у комбінаті «Усход» плани по закладці городніни на зимовий період перевиконуються. Той же бульби, наприклад, у сховищі уже 120% від першопочаткового задання. Цибулі у вогулі у 4 рази більше. У інших сільгоспредприємствах доведені плани обіцяють виконати так само. Одночасово у Гомельській області створена робоча група, яка буде контролювати якість городніни, що поставляється у гандлюву сітку, а так само ціни на її. Є усі підстави стверджати, що за зиму вони значно не повелішаться. Як по прошлому року судити, що було осенью, что было весной, практически на одном уровне. Незначительно. Скорее всего, не столько проблематично это будет и по цене это для населения, сколько это больше, наверное, все-таки проблема будет для нашего хозяйства. Потому что ну, рынок диктует цены, а, соответственно, цен высоких мы не наблюдали по весне. Ну и сейчас осень тоже, скажем так, уровень цен ну, относительно невысокий. Я бы сказал, что для например, на ярмарках цены, я вижу, какие выставляются сельхозпредприятиями, нашим хозяйством, довольно-таки доступные цены. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель».